Хоккейный клуб «Гомель» начал подготовку на льду. Перед этим команда провела микроцикл на земле по 2 тренировки в день. Подготовительный процесс начался бодро. Раскачиваться у команды времени нет. С 30 июля по 1 августа пройдет турнир памяти Александра Дубко в Гродно. На сегодняшний день в составе есть незакрытые позиции. Претенденты на них находятся на просмотре. Состав команды сохранился на 80%, однако тренерский штаб всегда в поиске. Сейчас рассматриваются легионеры из России. Цель Сергея Стаси – найти оптимальные комбинации пятерок и состава. Особенное внимание главком «Рыси» уделяет наработкам схем в большинстве и меньшинстве. Вы знаете, мы собрали ребят, провели тестирование. Да, на удивление, я думаю, что 80% ребят оказались в неплохой физической форме, вот, что радует. Видно было, что кто-то занимался по индивидуальному плану, который был им выдан. Кто-то, наверное, посчитал это ненужным. Но, во всяком случае, я доволен, в каком состоянии команда пришла на первый день сбора. Никому место не зарезервировано, и мы будем искать оптимальные сочетания, оптимальный состав, оптимальных ребят, которые подойдут под нашу систему. По составу поменялось у нас, может быть, 20% ребят, которые новые, с которыми нужно будет поработать по системе, по структуре нашей. Вот, конечно, это займет время. За время отпуска команды в Ледовом дворце провели ряд ремонтных работ. Заменили скамейки запасных, обновили акустику в фойе второго этажа, установили световые пушки над ареной и камеры для фиксации положения вне игры. Работы продолжаются. Сейчас разрабатывается проект нового медиакуба. В межсезонье занимались не только материальным обеспечением. Руководство клуба продолжает работу по развитию детского хоккея и обмену опытом с московским «Спартаком». Обстановка, которая эпидемиологическая, не позволяет сегодня команде московского «Спартака» приехать на предсезонную подготовку, на сборы в Гомель. Хотя мы готовы, базу подготовили, с нетерпением их ждем, но получается так, что за счет, в связи с тем, что нельзя пересечь границу, российская команда не может приехать на спортивную подготовку, на сборы в Гомель. Но мы будем ждать, мы приглашаем, они не отказываются зимой, на зимние, когда будет международная пауза, приехать на двухнедельный сбор зимой в январе месяце. В ближайшее время состоится встреча со спонсорами для определения задач на этот сезон и будет разработан план по работе с болельщиками. Перед стартом чемпионата руководство клуба, главный тренер и команда проведут традиционную предсезонную встречу. Конкретная дата будет определена позже.